Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Горожанка в селе». Нахожусь я вот рядышком со своим кустом калины. Смотрите, как согнулась веточка вот от основного ствола. Вот так вот до земли. Под тяжестью вот этой вот спелой калины. Представляете, что здесь наросло? Честно говорю, не видела я такого никогда. Калина у меня. Видите, что тут творится? И вот так вот до земли склонилась. Вот просто до земли. Вот лежит на земле буквально. Видите? Косточек уберу. Вот. А тема сегодня у нас такая. У каждого своя калина красная. Конечно, не про этот кустик я буду говорить с вами, а в продолжении предыдущей темы про семью Шукшиных. Но не конкретно про то, о чем я говорила в предыдущем ролике, а по теме фильма «Калина красная». Помните, как там главная героиня сидит рядом с погибшим любимым своим человеком, который пострадал за свое прошлое. Прошлое не смогло его отпустить, хотя он хотел из этого вырваться. Так вот, этот фильм, он такой многозначный. Я, конечно, не буду его анализировать, конкретно этот фильм, а только вот эту вот составляющую, что каждый человек имеет, так сказать, свою калину красную. В жизни всегда приходится подводить как бы итог ранее сделанным различным своим делам. У меня нет цели поднимать, так сказать, богословскую тему о том, с чем человек приходит к своему концу. Оставим это служителям, так сказать, культа богословского. Я хочу сказать о том, что каждый встречается с тем разочарованием иногда, потому какие-то он наделал свои дела не очень хорошие, возможно, и у него наступают неприятности в жизни. У каждого бывает своя калина красная. Кто-то, например, ждал чего-то очень по жизни, всегда надеялся на что-то. Ждал-ждал, а в результате оказывается, как старуха у разбитого корыт, ни с чем. А вот тот человек, который жил радостями сегодняшнего дня, он может к концу жизни прийти довольный прожитой жизнью, потому что он радовался каждому дню и радовался тому, чему его дают. Не осуждал людей, не завидовал другим, благодарил. Ну, здесь уж скажу, каждый прожитый день, не буду говорить Господа Бога, за то, что день ему даровал. Поэтому, наверное, он уходит с какой-то благодарностью за прожитые годы. Как вы считаете? А вот тот человек, который всю жизнь только как бы готовился жить, копил деньги, не тратил их, надеялся, что что-то там будет в будущем такое хорошее, красивое, завидовал другим, стремился к каким-то несбыточным мечтам. И вдруг раз и случается калина красная. Он, наверное, уходит из жизни с сожалением о том, что вот не случилось то, чего он хотел.
Не умел он радоваться тому, что ему давал каждый день. Так я думаю. Поэтому вот я стою тут возле этой калины. Вот смотрите, вот это новые побеги. Вот на следующий год им придется вот так же, если будут плоды, склониться. Вот видите, какая высокая выросла. Если будут плоды, может и не быть их. Каждый человек вот так же вот начинает когда жить. Он ведь не знает, что встретится на его пути. Как согнет его эта жизнь к земле-то. С какими результатами он придет к концу своей жизни. Поэтому самое главное, наверное, уметь радоваться каждому прожитому дню. Так вот, эта тема, у каждого своя калина красная, это не обязательно, что вот человек уходит из жизни трагически. Хотя в моей жизни такое было. Не дай бог никому это пережить. Может уйти просто из-за болезни. Может попасть и в какую-то историю. И сам уйти из жизни. Это вообще ужасно. А может, просто у него короткий жизненный век. Поэтому вот этот куст, до чего красивый. И он красивый, вы знаете, во все времена. Начиная с весны, цветет очень красиво. Потом набирает вот эти ягодки. Они очень долго сохраняют вот этот цвет. Сначала такие оранжевые, потом вот ярко-красные, пурпурные. Листики меняют вот свой цвет. Вот. Вот. Он боярышник, он уже начинает облазить. Такой непрезентабельный у него вид. А калина, она вот даже осенью вот такая красавица. Такая красавица. Такая, правда, она у меня раскидистая. Я не знаю, их, наверное, тоже как-то формируют, обрезают. Эти ветки. Вот. И такая она вот полноплодная, что ли, сказать, в этом году. Очень много калины. Сорт такой хороший. Я ее пока еще не собирала. Вот смотрите, как вроде бы простой куст калины, а навеял такие серьезные мысли с этими шукшиными. Все-таки талантливый он был, Василий. Хорошие фильмы снимал, жизненные такие. Но они по тем временам. Вот сейчас, наверное, их уже молодежь так не будет смотреть. Сейчас какие-то другие их проблемы волнуют и интересуют. Поэтому вот эта калина красная... То есть итог как бы жизни, так я считаю, фильм, тема-то основная, да? Каждый приходит с чем-то со своим накопленным опытом. Поэтому посмотрите вот на эту калину. Порадуйтесь и такому урожаю. Вот мне нравится она, хоть я ее не очень люблю, но из-за того, что она такая красивая, ой, я прям в эти кусты... Влюбилась. Теперь вот буду искать рецепты всякие. Что там с ней делать-то можно? Правда, терпеть не могу пирожки из калины. Раньше вот мама всегда пекла. Ой, такой запах стоит. Это ужасно. Честно говоря, в рот их не брала никогда. Угу. Что я из нее вот буду делать? Прям даже и не знаю. Кто что посоветует. Посмотрю, конечно, я у умных людей. Найду какие-нибудь рецепты, что-нибудь приготовлю. Ведь она же, говорят, полезная, полезная. А это вот другая калина красная. Да, это другая калина, лесная. Растет она у меня за забором, как декоративная. Украшает вход в мой дом. Ну и что, что ягодки помельче? У этой, конечно, крупнее. Сортовая, но тем не менее каждый из них проходит свой жизненный путь. Так
сказать, у каждого своя калина красная. А на этом я с вами попрощаюсь, пожелаю вам всего доброго, светлого. Заходите на мой канал, посмотрите мой предыдущий ролик, кто не смотрел. Пока-пока!